Рад вас всех приветствовать. С вами снова Александр. И сегодня смотрите, что у меня на обзоре. Коляска Annex, 19 год. Модель называется E-Type. Это бывший кросс, но только усовершенствованный, модернизированный, улучшенный. И когда я достал ее с коробки и увидел цвет вживую, я реально впечатлен был. Я не знаю, как вы сейчас этот цвет увидите. Все в основном с телефона смотрят, экраны разные. Не знаю, как у вас передастся цвет, но вживую он обалденный. Вот принцесса зайдет прям просто великолепно. В общем, я к тому говорю, что цвет очень крутой. И вообще у них цвета обновились, и они получились у них достаточно круто, интересно. В общем, по цветам претензий нет. Все замечательно, в том числе и этот цвет. Так, смотрите, комплектацию 2 в 1 сегодня рассмотрим с вами. Колясочка у нас с рождения, естественно, где-то до 3-4 лет. И максимальный вес ребенка, если память не изменяет, 15 килограмм она выдерживает. Да, все верно. И сама коляска весит с люлькой 15,2, с сиденьем 14,6. Это в двух словах технические характеристики, ну а точные технические характеристики в сантиметрах, миллиметрах, все в описании будет ссылочка на магазин «Первая коляска». Пройдите, посмотрите, понравится, закажете, даже две привезут, цвет выберите в конце концов на выбор. Не забываем, переходим. Так, изучаем сверху вниз, начнем с люльки, в любом случае вы первой будете пользоваться. Так, насчет козырька. Хочу сразу обратить ваше внимание, козырек здесь более чем достаточный. Плюс ко всему, бортик у нас поднимается очень прилично, закрывается почти до максимума. В козырьке, как и в M-Type, тоже есть ручка. И под ручкой тоже все закрыто. Туда, даже если влага попадет, ничего капать ребенку не будет. Там она не сквозная. Так, у нас получается, здесь можно все это дело расстегнуть, чтобы вот так вот каким-нибудь образом попытаться проветрить. Вот, ну, это в основном не для проветривания, а просто она же разбирается в конце концов. И, соответственно, можно будет так сделать. Так. Так. Очень все плотно так поджато здесь сделано. Так, в общем, козырек у нас вот такой, естественно, с возможностью у нас наклона козырька. И хочу заметить, козырек достаточно тихо наклоняется, поэтому ребенка особо он будить и не будет. Так, накидочка у нас здесь в отличие от M-Type, она у нас не на замочке крепится к люльке, а просто натягивается, а по краям здесь липучки. То бишь натягиваем, липучками фиксируем. Сразу хочу обратить ваше внимание на люлечку внутри. Матрасик здесь достаточно крупненький. Насколько помню, вентиляция, да, вентиляция здесь также есть. И кокосовое волокно в Annex используется в матрасиках. Тактильно, материалы очень приятные, кстати. Одеваем обратно. Так вот, липучками. Раз, два. Все красиво, аккуратненько. Вот так это все у нас выглядит. Так, смотрите. Чтобы ее снять, раньше нужно было это делать двумя руками. Теперь с одной стороны нажимаем такую же кнопку, с другой стороны, и, соответственно, снимаем. Дно у нас пластиковое и, как я говорил, с вентиляцией. Можем регулировать здесь, видите? Закрываются и открываются отверстия. Так, давайте теперь посмотрим с вами на прогулочный блок. Прогулочный блок у нас здесь тоже поменялся. Он реверсивный, и по ходу, и против хода ставится. В комплект, как вы видите, входит вот такая вот накидочка на ножки. Эко-кожа тоже. И, соответственно, кстати, по люльке я вам не сказал. Здесь ткань, здесь эко-кожа. Раньше в кроссе в основном была эко-кожа и снизу, и сверху. Сейчас снизу ткань, сверху эко-кожа.
Может быть, это только в этой расцветке, я пока не знаю. Но что вижу, то говорю. Но, скорее всего, я думаю, что везде будет ткань. Так, прогулочный блок. Накидочку на ножки мы видели, все хорошо. Она тоже из эко-кожи, закрыта, непродуваемая, непромокаемая. В этом плане все замечательно. Места много. Что касается безопасности, пятиточные ремни, мягкие накладки везде, бампер с возможностью отстегивания, как калиточка. И бампер и ручка здесь выполнены в эко-коже с прострочечкой, все ровно. Лучше губки, потому что губка это ну прям не очень. Хотя, по большому счету, жить с ней прекрасно можно, но тактильно приятнее, когда эко-кожа и она более износостойкая, если она качественная, конечно. Здесь вроде как хорошая. Так, смотрим. Положение лежа у нас получается вот такое. Козырек у нас здесь можно расширить. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Замочек открываем, увеличиваем. Замочек открываем. И здесь можем так вот таким образом сделать, открыть москитную сетку. Например, летом ребенок спит, открыли, проветривается дополнительно. Ну и как смотровое окошечко для вас тоже вполне себе годное решение. Так, что еще? В принципе, по прогулочному блоку все. Здесь у нас ткань, козырек, эко-кожа. Так, смотрите, в комплектацию входит, кстати, сразу же сумка, рюкзак. Ну, в большей степени это рюкзак. Достаточно стильный. Сейчас куча девушек, мамочек ходит с подобными штучками. Здесь куча отсеков, кармашков. Крепление, самое главное, на коляску очень удобное. Здесь макулатура, москитка и дождевик лежит. Это комплектация самой коляски, я имею в виду. Так, дождевик здесь, насколько я помню, москитка для люльки, москитная сетка для люльки, дождевик и на люльку, и на прогулочный блок идет в комплекте. Очень даже здорово. Так, дальше. Давайте теперь с вами посмотрим на раму. Рама у нас здесь металлическая. И здесь очень такое отличие большое от предыдущего кросса. Она стала мягче. Изменили вот здесь систему амортизаторов. На этой пружины были просто торчащие, а тут новая система. Короче говоря, что говорить, давайте покажу. Она ну очень мягкая, прям сильно мягкая коляска. И плавность хода у нее, ну, можно назвать эталонной. Тормоз самый классный. Оба раза сверху. Так, ручка у нас регулируется в куче положений. Даже низкорослые родители смогут ее эксплуатировать без проблем. И высокие люди тоже. 186 сантиметров у меня рост, поэтому проецируйте приблизительно как вот вам будет. Ну, любой рост можно, под любой рост можно подобрать высоту ручки. Колеса у нас здесь резиновые, они не подкачиваемые, но достаточно мягкие. Так, что касается багажника, давайте багажник с вами рассмотрим. Багажник здесь, в отличие от M-Type, он у нас закрывается и по приличный объем. Вот так открыли, и реально можно много чего туда упаковать. Если что-то компактное положили, можно вообще закрыть и спрятать. Вот в M-Type багажник открытый получается. Так, теперь давайте мы ее сложим. Посмотрим на все это дело в сложенном виде, как это все выглядит. Так. Передние колеса, естественно, блокируются для плохих дорог. Так, вот так делаем. Ручку я бы вам посоветовал сразу же убирать наверх. Вот таким образом. То, что просто если вы ее захотите поставить, то иначе с другим положением ручки вы ее не поставите. Но я бы не рекомендовал ставить, потому что ручка эко-кожа касается асфальта, бетона, всего вот этого. И может здесь просто-напросто начать рваться. Поэтому смотрите, аккуратнее в этом плане будьте. Так, по большому счету, в целом, что хотел вам рассказать, рассказал.
Постараюсь в описании добавить обзор на кросс. Заодно посмотрите, что та из себя представляла, что это. Может быть, я что-то упустил в отличиях. Но в целом тележка, по большому счету, чуть-чуть изменилась, но сильно изменилось восприятие. Материалы расцветки добавили, плавность хода ощутимо стала лучше. Она здесь неплохая, но здесь ощутимо лучше. Поэтому такой не гигантский шаг вперед, не прыжок, ну хороший шаг вперед они сделали в плане усовершенствования коляски. Вот. Ну и расцветки, конечно, у них прям просто бомбические. Вот это прям очень круто вживую смотрится, как я уже вам говорил. Поэтому я смело могу вам рекомендовать Annex E-Type как, ну, как вариант для покупки. Изучайте, конечно, сравнивайте, но ее мимо не обходите. Очень неплохой вариант. Плавность хода, комфорт, много места, люлька теплая. Для зимы прекрасно подойдет. В комплектации, в принципе, все, что нужно, есть. Плюс Annex с 2019 года начиная. В принципе, претензий по качеству нет. Все отлично, все надежно. Не могу придраться даже. И сервис у них хороший. Вот, собственно, все, что хотел рассказать. Я вам рассказал. Если вам обзор понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень важно для развития канала, поэтому не жадничайте. Подпишитесь, поставьте колокольчик, и будет уведомление на новые обзоры. Вот. Ну и благодарность первой коляске за предоставленную на обзор колясочку Annex. И вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребеночка. Всего доброго!